Так, а сейчас мы на сцену приглашаем. Вот женщина ко мне подошла. Она хочет прочитать стихотворение. Пожалуйста, мы приглашаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Елена Козлова, и я хотела бы вам прочесть стихотворение, посвященное детям Донбасса. Написал стихи эти Олег Русский. Я увидел во дворе стрекозу, дверь открыл и побежал босиком. Громыхнуло что-то, словно в грозу. Полетело все вокруг кувырком. Пеплом падала моя стрекоза. Оседал наш дом горой кирпича. Мамы не было, а папа в слезах что-то страшное в небо кричал. Все кричал, что-то в небо кричал. Зло плясали надо мной облака. Мир горел, его никто не тушил. Кто-то в хаке меня нес на руках. Кто-то в белом меня резал и шил. Я как мог старался, сдерживал плач. Но когда вдруг в наступившей тиши неожиданно заплакала врач, понял, что уже не стану большим. Никогда я не стану большим. Никогда я не стану большим. Белый голубь бил крылом в помутневшее стекло. Он как будто звал меня с собой. Все как будто звал меня с собой. Непонятно, светлым днем потемнело все кругом. Мимо ямы дома отчего солнце уходило ночевать. Мимо ямы дома отчего солнце уходило ночевать. Умирает мое лето во мне. Мне так страшно, что я криком кричу. Но кто в этом виноват, а кто нет, я не знаю, да и знать не хочу. Мне теперь уже осталось немного, и когда на небе я окажусь, я на всех на вас пожалуюсь Богу. Я там все ему про вас расскажу. Я на всех на вас пожалуюсь Богу. Я там все ему про вас расскажу. Браво! Я думаю, надо объявить минуту молчания. Это все-таки детки, которые ушли куда на небеса. Давайте почтим память молчания. Спасибо.